Всем привет, с вами компания Электромотор, меня зовут Аня. Сегодня я хочу рассказать про эту. Про что эту? Мотопомпу. Про мотопомпу. Мотопомпа для грязной воды. От Кёнен Зоненка S80D. И видите, такая буковка будет W. Вот. Да. Значит, предназначена для перекачки грязной воды. Грязной воды. Да. Вот видите, вот такие вот штучки, это чтобы открутить и быстренько почистить мотопомпу. Да, имеет, грубо говоря, возможность быстрого доступа до рабочих частей. После работы обычно ее желательно раскрутить, прочистить, промыть. Вот, ну, в общем, мощная производительная мотопомпа. 80-80-й патрубки. Угу. Вот. Брендовый движок, видите, вот здесь вот со всеми голограммами, нанесенными. Что ты хочешь показать? Хочу показать рисуночек, что здесь даже показано, да, как заливать сюда. Что? Показано, как заливать воду, я так понимаю, правильно? Не, это не как заливать воду. А что это? Это, грубо говоря, нужно говорить о том, что нужно контролировать уровень масла. И если уровень масла в двигателе, да, в масло. Если уровень масла в двигателе упадет, то мотопомпа выключится. Вот видишь, такой желтенький проводочек. Вот такой этот? Да. Это стоит датчик уровня масла. Ага. И он всегда, если уровень упадет, датчик выключит питание, и мотопомпа остановится. И если вы будете звонить, что мотопомпа не работает, то прежде чем звонить, что? Залить масло или проверить? Проверьте уровень масла, да. Это то, что нужно делать всегда перед тем, как. Кстати, с помощью промокода генератор 2020 наши подписчики обязательно получат подарок вот это вот масло к этой мотопомпе. Так, ну, в общем, неплохая мотопомпа, советуем. Кёнен Зоненка позиционируется как немецкая техника, да, вот европейская. Но качество хорошее, качество контролируют, гарантия тоже официальная. 12 месяцев? 12 месяцев.